Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск. Каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова. Смотрите сегодня в программе. Коррупция высокого ранга. Фигуранты этого дела указали на замначальника полиции Ульяновска Эдуарда Осянина, якобы крышевавшего бутлегера. Сам Эдуард Осянин обвинение в свой адрес отрицает. Замначальника полиции осужден на 10 лет. Сила народная, выбор за нами. Мы на примере Ульяновской области имеем ситуацию, когда и власть, и избирательная система считают, что определяющее решение принимает только избиратель и только его право определять, кто приходит во власть. ЦИК оценил региональный опыт. Не в метрах дело. Здесь четкое понимание, сколько там будет приблизительно детей, сколько будет там пенсионеров. Все это так вот подсчет всегда есть. Куда они пойдут? Хватает ли мощность там медицинского учреждения или не хватает? Важнейшая задача – комфорт проживания. На скамье подсудимых Эдуард Осянин, занимавший пост заместителя начальника ОМВД по охране общественного порядка. Его обвинили в получении взятки за покровительство нелегалам. В январе 2016 года в Ульяновске открылось подпольное производство алкоголя, которое приобрело нешуточный размах. Контрафакт поставлялся в несколько регионов страны. Осенью того же года силовые ведомства провели спецоперацию. Преступную деятельность пресекли, но дело приняло неожиданный поворот. Следствие велось 2 года. Сегодня теперь уже бывшему сотруднику правоохранительных структур суд железнодорожного района Ульяновска вынес обвинительный приговор. В 2016 году в ходе совместной операции ФСБ и ОМВД была приостановлена деятельность цеха, нелегально производящего алкоголь под марками известных брендов. Тогда в ходе операции сотрудники службы изъяли 81 тысячу бутылок, готовых к реализации. Почти сразу дело перешло в разряд коррупционных. Фигуранты этого дела указали на замначальника полиции Ульяновска Эдуарда Осянина, якобы крышевавшего бутлегера. Сам Эдуард Осянин обвинение в свой адрес отрицает. Более того, стало известно, что в ходе предварительного судебного заседания он попросил отозвать доказательства по этому делу, сославшись на то, что следователи использовали якобы непроверенные данные. Суд требования отклонил. Доказательной базы, представленной к рассмотрению, оказалось достаточно. Помимо показаний участников подпольного бизнеса, которые в деле Осянина выступали как свидетели, в материалы дела вошли записи телефонных переговоров и переписки. По имеющимся данным, фигурант алкогольного скандала, человека, оказывающего им поддержку, называли «наш самый главный». Эдуард Осянин – ветеран боевых действий, участник контртеррористической операции на Кавказе. Имеет медали, благодарственные письма, характеризуется положительно. Родственники виновность Осянина не верят. Да, возможно, там он в чем-то виноват, служебную информацию предоставлял. Как говорит, все, не успел зарегистрировать, и что дальше? Это ну хорошо, судить его по этой статье, ну никак не по взятке, что человек такие деньги брал. Где деньги-то? Где деньги? Производство контрафакта развернулось в Новосельдинском. В 2 ангарах оборудовали цеха, где в 5-тонных емкостях разбавленный водой спирт окрашивали. Затем разливали по бутылкам, клеили этикетки, расфасовывали. Готовую продукцию под покровом ночи вывозили грузовые машины. Далее контрафакт расходился по торговым точкам страны. Производство такого масштаба нуждалось в прикрытии. Через бывшего сослуживца Александра Митюкова нелегалы вышли на полковника полиции. В ходе судебного разбирательства были исследованы все доказательства, представленные органами следствия. Были допрошены свидетели, исследованы письменные материалы дела, вещественные доказательства, в том числе результаты ОРМ. С собранными доказательствами вина подсудимого в полном объеме была доказана. В разные периоды времени бутлегеры передавали покровителю от 900 тысяч до 1 000 000 рублей в месяц. Передавали также через посредника, того же Митюкова. Он и указал на Осянина при задержании. За эти деньги покровитель должен был не замечать алкогольных дельцов, а также предупреждать их о возможных облавах. Осянину предъявили обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение должностным лицом денежной взятки за незаконное действие либо бездействие в особо крупном размере». Как установило следствие, к моменту окончания работы подпольного цеха полковнику полиции передали в общей сложности более 12 миллионов рублей. Суд вину признал. Осянину назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, лишение звания, а также он заплатит штраф в троекратном размере от полученной суммы. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Костры Тиинска.
Три из восьми населенных пунктов Тиинского сельского поселения Мелекесского района остались без газа. По трубам он туда еще не добрался, а баллоны перестали завозить 4 недели назад. Готовить на кострах в 21 веке в центре России – это перебор. Почему ситуация так долго находилась без внимания и чем занимались ответственные чиновники – вопрос, который предстоит разрешить. Но первоочередная задача – вернуть газ людям. Разбирали ситуацию в региональной общественной палате. Перебои с поставками связали с проблемами у фирмы, заключившей контракт с регионом на выполнение поставок голубого топлива. Не знаю, там с чем у них проблема. Факт того, что люди уже полтора месяца сидят без газа, без баллонов. Нас регулярно просто завтраками кормят. Завтра, послезавтра машина сломалась, и газ кончился. Газ привезли, машина сломалась. Там был Ульяновский центр газ, по-моему. Потом она поменялась, сейчас там какая-то другая компания. Вот название компании и сказать не могу, но факт того, что вот эти вот, которые в моем поселении, 3 села, они уже полтора месяца без газа. Кто имеет личный транспорт, те, конечно, могут позволить себе, погрузив баллоны в машину, съездить в Димитровград для того, чтобы, заправив их газом, обеспечить голубым топливом хотя бы свою семью, хотя бы на несколько дней. Решить вопрос на уровне поселения или муниципального образования не удалось. Доставка газа – зона ответственности регионального Минстроя. Составлены графики развоза по населенным пунктам, соответственно, сейчас газоснабжающая компания в целях того, чтобы наверстать упущенное, значит, работает по большому счету на телефонных звонках, по заявкам, что называется, в ручном управлении. Мы понимаем, что вот при том количестве транспорта оно у них рассчитано под стабильные поставки, наверстать вот это двухнедельное отставание вот планируем где-то к 5 августа. Компания, ответственная за доставку газа, уже занимается вопросом расширения автомобильного парка и подбором водителей, имеющих лицензию на перевозку опасных грузов. Что касается Тиинского сельского поселения, первая машина с газом должна прийти к местным жителям уже в пятницу 27 июля. Избирательная система России – одна из лучших в мире. Такое заявление сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев. 26 июля он прибыл в Ульяновскую область с рабочим визитом. В регионе пройдет заседание Совета председателей избирательных комиссий от всех субъектов страны. Также запланирована встреча с начинающими участниками электорального процесса и социально активной молодежью. Выездное заседание Совета председателей – первое в этом году. Место для его проведения выбиралось тщательно. В пользу 73-го региона выступил факт высокой конкурентной борьбы на региональных выборах губернатора и Государственную думу. Профессиональный подход в организации избирательных процессов позволил провести сложнейшие региональные кампании без публичных скандалов и жалоб. Отсутствие последних оценено заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым как большое доверие избирателей к результатам избирательной кампании. Мы на примере Ульяновской области имеем ситуацию, когда и власть, и избирательная система считают, что определяющее решение принимает только избиратель и только его право определять, кто приходит во власть. И вот в этом случае, когда избиратель четко уверен, понимает и верит в результат, и считает, что это его выбор, а не кого-то другого, он этой власти доверяет. И тогда есть то понимание, которое мы называем консолидацией. Мне кажется, мы сегодня в Ульяновской области имеем этот пример. Активно развивающиеся общественные структуры, как Ассоциация юристов Ульяновской области и Институт добровольных наблюдателей, позволяют региональной власти проводить избирательную кампанию в полном соответствии с действующим законодательством. А залогом стабильного экономического, финансового и социального развития является общественно-политическая стабильность. Общественно-политическая стабильность напрямую зависит от избирательной кампании, от ее чистоты, чтобы не было никаких споров, ссор, каких-то недвусмысленных у населения мнений о том, что вроде бы вот кампания состоялась, вроде бы выборы там депутатов или руководителей власти, там губернатора прошли, а какой-то фон остался. Слава богу, у нас этого нет. Сделать выборы максимально прозрачными и легитимными позволяют уже доказавшие свою эффективность нововведения. Российский ноу-хау, проект «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать по месту нахождения. Глобальная система видеонаблюдения и технология ускоренного ввода данных с помощью QR-кода. Мы считаем, созданная избирательная система в России сегодня обладает многими признаками, лидирующими
мировой избирательной системе. Я не стесняюсь об этом говорю, это на самом деле заслуга всех, кто работает в избирательной системе, исполнительной власти, для того, чтобы применить QR-код при изготовлении протокола комиссии, вы лучше меня все знаете, мы попросили руководителей регионов помочь нам в оснащении избирательных комиссий, участковых, компьютерной техникой. И мы отмечаем, что у нас там почти 94 тысячи участковых избирательных комиссий, из них 93% были оснащены компьютерной техникой. Там, где можно ее было применить, она везде применялась. Установленные стандарты требуют развития и укрепления. Заседание Совета председателей избирательных комиссий 15 субъектов России позволит определить новые направления движения. 27 июля в пространстве коллективной работы «Точка кипения Ульяновск» представители ЦИК проведут встречу с членами территориальных, участковых и молодежных избиркомов, кандидатами, зарегистрированными на региональных и муниципальных выборах 9 сентября. Планируется, что избирательные участки в единый день голосования посетят более 60 миллионов избирателей. Гульнара Шарипова, Станислав Морозов, репортер 73. И еще из предвыборной хроники. Один из кандидатов, глава администрации Ленинского района Ульяновска Сергей Шерстнев, столкнулся с беспрецедентным черным пиаром. Сначала в городе появились листовки, в которых говорилось, что чиновник выступает за возвращение исторических названий улиц Симбирска и готов профинансировать эти мероприятия. Теперь он стал лицом одной из микрофинансовых организаций. Такого прессинга не ожидали ни сам кандидат, ни представители избирательной комиссии Ульяновской области. Из общедоступных источников информации нам известно о совершении противоправных действий в отношении некоторых кандидатов, связанных с порчей личного имущества. Связано ли это с участием их в избирательной кампании, либо с иной деятельностью, нам это неизвестно. Официально на сегодняшний день в избирательную комиссию Ульяновской области заявление о нарушении избирательных прав кандидатов также не поступало. Георгий Селезнев говорил о 25 июля, а 26-го такие заявления от имени Сергея Шерстнева уже были направлены как в облсберком, так и в полицию. Хотя я работаю главой администрации 12 лет, не ожидал. Не ожидал от людей, которых делают вот это, да, как будто бы знакомые все, живем в одном городе. Честно, не ожидал. Первым звонком стал вброс информации о якобы возвращении исторических названий 18 улицам Ульяновска-Симбирска. Причем стоит это все якобы около 145 миллионов рублей. Сергей Шерстнев, комментируя озвученную сумму, отметил, что она взята с потолка. Не мы придумали, не мы переименовали. Живем, мне нравится Ленинский район, нравятся улицы, на которых я проживаю. Это просто мои завистники. Касаясь якобы своей рекламы микрофинансовых организаций, Сергей Шерстнев высказался, что организаторы этой провокации просто не уважают ульяновцев-избирателей. Заказчиков и исполнителей лжеагиток должны установить соответствующие органы, после чего принять меры в соответствии с законом Российской Федерации. Алексей Матюнин, Константин Никитин, репортер 73. Второе место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья из расчета на 1000 человек. И девятое по темпам ввода в эксплуатацию жилых домов. Итоги первого полугодия 2018-го. Несмотря на то, что по объемам показатель на 20 тысяч квадратных метров снизился, впечатляют. Уже к четвертому кварталу текущего года, по заверениям экспертов, отставание удастся ликвидировать. И к концу года выйти на плановый показатель в 980 тысяч квадратных метров жилья. А это значит, что уже в следующем году можно замахнуться и на миллион. 7 домов на улице Нахимова на верхней террасе и 16 новых строений на площадках очередного жилого комплекса в новом городе. Растут как грибы. Именно так можно описать ситуацию, сложившуюся в жилищном строительстве региона. При этом стройка сегодня – процесс неточечный. Сергей Морозов напомнил застройщикам. Микрорайоны и жилые комплексы еще на уровне проектов должны учитывать наличие всей необходимой социальной инфраструктуры и транспортной доступности. Комфорт проживания людей самая наиважнейшая задача, которую мы должны будем решать. Нам важно не дом построить, нам важно, чтобы здесь людям жилось комфортно. Здесь четкое понимание, сколько там будет приблизительно детей, сколько будет там пенсионеров. Все это так вот подсчет всегда есть. Куда они пойдут? Хватает ли мощность там медицинского учреждения или не хватает?
хватает ли мощность там школы или не хватает. При этом школы и детские сады в современных планах застройки уже давно не случайные гости и не белые пятна, на которых впоследствии когда-нибудь, если не появится магазин, то будет построена школа. От такого принципа отказались давно. Запроектирован микрорайон, значит, должен быть и детский сад. Следующий шаг – благоустройство. Будет благоустроена площадка, здесь будет закрытый двор. Будет отличаться от ординарных решений, которые мы применяли раньше. То есть никаких проездов. Проезды будут, конечно, но никаких автомобильных стоянок. То есть это сплошь двор, покрытый детскими площадками, спортивными площадками. Сегодня все больше проектировщиков и застройщиков встают на сторону будущих новоселов, на сторону детей, которым должно быть комфортно играть, не ютясь между припаркованными машинами, а резвясь на больших и удобных площадках. При этом постепенно в новостройках появляются и новые решения. Вот этот дом с двухуровневым подземным паркингом. То есть лифты начинают ходить с подземного паркинга. То есть... Ну, будет для жителей комфортно. Машина всегда в чистоте, без снега. В этом доме 420 квартир, парковочных мест, если память не изменяет, 120. То есть кому надо, купил подземный, кому не надо, оставил на улице, у кого-то вообще машины нету. Темпы ввода в эксплуатацию жилья открывают перед ульяновцами возможность выбора. Только в первом полугодии 2018-го в регионе появилось 3089 квартир общей площадью 296 тысяч квадратных метров. Теперь важно простимулировать покупательскую способность. Дефицита в жилье у нас нет. Соответственно, самое главное – это инструменты стимулирования спроса, поскольку, конечно, государством и правительством Российской Федерации, и министерством профильным делается все для того, чтобы снизить ставку по ипотеке. В области работают несколько программ по реализации губернаторской ипотеки. Программа уже доказала свою состоятельность. Депутаты ЗСО вышли с предложением увеличить финансирование программы до 40 миллионов рублей. Не забывают в регионе и о застройщиках, которых тоже необходимо стимулировать. Принят пакет законов для поддержки строительных компаний, которые реализуют проекты комплексной жилой застройки. Такие имеют право получать земельные участки без торгов под строительство социальной и иной инфраструктуры, а также под возведение инженерных сетей. Владимир Гаврилов, Станислав Морозов, репортер 73. Поймали вора. Жительница рабочего поселка Языково Корсунского района обратилась в полицию с заявлением, что ее знакомая, с которой они распивали спиртные напитки, украла у нее планшет и мобильный телефон. По этому факту сотрудниками уголовного розыска межрайонного отдела МВД России Корсунский проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Тем временем в Ульяновске тоже поймали автоворов и тоже с поличным. Сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД России задержали двоих жителей Ульяновской области, которые подозреваются в нескольких фактах хищения транспортных средств на территории нашей губернии. По версии полицейских, в январе 2018 года один из задержанных, 33-летний житель Засвияжского района областного центра, похитил транспортное средство Audi Q7 стоимостью порядка 700 тысяч рублей. После чего отогнал авто в частный двор в Засвияжском районе города Ульяновска с целью его дальнейшей перепродажи. А в феврале 2018 года упоминаемый злоумышленник вместе с жителем Сенгелеевского района, по информации правоохранителей, украл два снегохода общей стоимостью около 800 тысяч рублей для дальнейшей перепродажи. По данным фактам, предварительным следствием органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Жителю Засвияжского района избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а жителю Сенгелеевского района – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование этих уголовных дел продолжается. Алексей Матюнин, репортер 73. Ульяновские студенты покоряют Ай-Волгу – самый масштабный молодежный форум Приволжского федерального округа. Это уникальная возможность для участников с интересными авторскими проектами выиграть грант на их дальнейшую реализацию, а также найти единомышленников и получить новые знания. В этот раз к Ай-Волге смогут присоединиться и студенты, которые раньше пропускали форум из-за сессии. В рамках международной составляющей и российско-китайских обменов планируется проведение российско-китайского форума «Волга-Янцзы». В форуме примут участие около 2000 человек, в том числе 150 гостей из Китайской Народной Республики. Как и в прошлые годы, на форуме будет работать 9 тренинговых смен, однако не обойдется без изменений.
Смену инноваций и техническое творчество заменит наука и образование. Также появится новая смена – Лига труда. В ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движений студенческих отрядов. Помимо отраслевых тренингов и занятий, участников ждут встречи с экспертами в различных сферах, политиками, экономистами, журналистами, деятелями культуры. Участники будут представлять свои проекты и идеи, лучшие из которых получат грантовую поддержку. Всего на форум поступило более 12 тысяч заявок на реализацию проектов. Из них эксперты отобрали 2000 самых лучших. Грантовый фонд в этом году составит 10 миллионов рублей. В прошлом году он равнялся 8 миллионам. Ульяновскую область на форуме представят 80 человек, которые презентуют свои проекты по 9 тематическим направлениям. С каждым годом число дачников в России увеличивается. Появляются и развиваются садоводческие и некоммерческие товарищества. А правительство Ульяновской области уделяет большое внимание развитию садоводства в нашем регионе. За последние 5-7 лет усилена поддержка садоводов и садоводств Ульяновской области по самым различным направлениям. Это строительство дорог, электроснабжение, газификация, работа общественного транспорта, а также социальная защита владельцев участков. В 2018 году в СНТ запланированы работы на 176 миллионов рублей. Деньги распределяются в соответствии с нуждами каждого конкретного товарищества. СНТ «Заречное» существует с 3 января 2003 года и по сей день насчитывает почти 1300 обрабатываемых участков. Зимой здесь постоянно проживает 8 семей, а к лету дача превращается в небольшой поселок с населением в 500 человек. Для проживания в любое время года есть все условия – электричество, два магазина, регулярное транспортное сообщение. А если понадобится что-то еще, можно легко добраться до соседних чердаков. Во-первых, сюда очень легко приехать в зимнее время. Вот. Муж, потому что работает, он не всегда нас может привезти. А у нас здесь вот теплица, мы зимой кидаем туда снег. Мы в любое время можем приехать. Дороги здесь чистятся. У нас с основной дороги мы заходим. Свет всегда здесь есть. Магазин всегда здесь у нас зимой работает. Люди хотят заниматься садоводством. Садоводство сейчас очень помолодело. Вот. Есть, так скажем, ну, старое население, но очень много молодых, которые, так скажем, приветствуются, расширяются. Если покупают один участок, тут же покупают где-то поблизости второй участок. Мы очень даже рады этому. Председатель СНТ «Заречный» Наталья Попова занимает эту должность недавно, но уже сделала многое. В этом году проложили центральную дорогу, въезд в СНТ. Купили дробильно-рубильную машину, чтобы уменьшить количество вывозимого мусора. И, по словам Натальи Поповой, с мая по июль размер вывоза мусора упал на 10-15%. А значит, и платить за услугу нужно меньше. Экономия. Получают они поддержку и со стороны областного правительства. Мы получали субсидию на объездную дорогу. Мы делали дорогу совместно с НТ «Степное», чтобы запустить автобусы и улучшить, так скажем, доставку садоводов в СНТ, ну и, соответственно, в обратную сторону. Вот. Была субсидия выплачена 50% от стоимости дороги, это 1,5 миллиона. На следующий год садоводы планируют пробурить скважину, чтобы пользоваться чистой питьевой водой. В областной администрации поддерживают прогрессивные начинания. Мария Новичкова, Юрий Тимонин, репортер 73. Яркое лето, удачное фото и подарки. Репортер 73 объявляет фотоконкурс. Ваша дача не обойдется без наших подарков. Умеете выращивать арбузы и картофель? Любите аромат цветущих роз и лиан? Вы мастер по шашлыкам или Нептун дачного бассейна? Снимайте фото на тему «Мое удачное лето». Размещайте в соцсетях с хэштегом «Репортер 73». Призы каждую неделю. Генеральные партнеры, питомник «Дизайн Флора» и магазины «Светофор». Территория низких цен. Готовят солидные подарки, уникальные
растения и большой телевизор. Главный дачный приз от генерального партнера супермаркета «Сарай» – садовые качели. Информация об организаторе и условиях акции на сайте репортер73.тв. Для лиц старше 12 лет. Акция действует до 8 сентября 2018 года. Компания «Стройинвест» приглашает на работу в город Тюмень. График вахтовый. Телефоны в Екатеринбурге. 8 982 713 98 95 8 982 714 35 95. Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКО. 46 контрольных проверок. Высокие пусковые токи, соответствие всем техническим характеристикам, отсутствие внутренних дефектов. Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях. АКОМ. Гарантия 36 месяцев. Ульяновская областная общественная организация «Отчизна» инвалидов войны в Афганистане поздравляет всех ветеранов воздушно-десантных войск с предстоящей 88-й годовщиной и приглашает всех желающих на праздничный концерт, который состоится в парке «Владимирский сад» 2 августа в 11 часов. И в завершении телефон рекламного отдела 30-41-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30-41-73, и вы в эфире репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30-40-73. Читайте и смотрите онлайн www.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня.